Всем приятной жизни, это шашлык, и мы пытаемся сломать эту штуку, вот. И я сейчас попробую в очередной раз. Ой, ну ладно, погнали, что я вам рассказываю. Так. Test your might. Дырявок! Да скотина, ну зеленая же была, ну твою мать. Башни не сохраняются, ну хорошо, что они не сохраняются, но фух. Test your mind. Может это скорпион стрёмный? Скорпион, давай. Абрикас! Да блин! Ну сейчас я, по-моему, зафейлил. Надо, короче, когда она вот уменьшается, подловить на опережение. Я понял. Сейчас. Абрикас! Да ну как, ну зеленая же была, ну! Рейден снес с кепкой. Ох. Шик, назови эту серию Абрикас. Да, точно, что Абрикас. Так. Абрикас! Yes! Ох! Ох, у меня монитор потух, ребят, сори, я не знаю, что сделать. Доступны новые объекты, призрак Сабзиры. Ох, так, продолжить. Вот. Так, там пишут, на стриме кончили. Я надеюсь, это все. Да, мы прошли победы 190 тысяч очков. Оставшееся время. Нажатие кнопок 710. Поражение 17 икс минус 10. Итого 389 этих. 17 раз. Я проиграл, по-моему, только вот на последней этой. Проиграл только на последней, но я не помню. Ну, короче, 17 поражений и... Ой. Да. Так, ладно, все, ребят, Mortal Kombat'а на сегодня мне хватит. Башни... Я, кстати, так и не понял, в чем смысл тест Юлака. Вот, испытай удачу, в чем тут вообще смысл. Испытай удачу с разными противниками, в битвах будет случайный набор модификаторов. В чем прикол? А что тут еще есть за режимы, кроме башен? Вот башни есть... Одиночный бой, испытай свою удачу. А испытай свою удачу... Китана. О, это Китана так выглядит. Количество модификаторов. Так. Арену. Пещера Цинцея. Так. Тест твой. А с кем я буду биться? Все, что это за модификатор? Двойной урон, лунные сапожки, торнадо, быстрые апперкоты, смертельный рентген, портал комбат, мины. А, я понял, что такое тест Юлак. Не, ну это лажа. Ну, в смысле, это прикольная игра с человеком. С компом-то чё тут? Ого, она прыгает! Офигеть, она прыгает! Хья, хуя! По-моему, мы его сейчас убьем просто. Этим X-Ray'ем.
Ну, у меня двойной урон, поэтому так много, да, 69%. Мне выпал двойной урон, так. Ладно. Выйти в главное меню. Понял, что такое испытать удачу. Вот так. Один игрок, сюжет, башня, одиночный бой, испытай свою удачу. Тренировка. А, ну тренировка это... Я понял, это там чувак стоит, не двигается, а ты можешь его бить как хочешь. Ну, в смысле, он ничего не делает, он не умирает. По-моему, это так. Ну, обычно в МК это так. Фракция. Ладненько, ребят. Честно, не знаю, буду ли я еще играть в Mortal Kombat X или нет. В любом случае, мы его прошли. Если буду, то поиграю, наверное. Ну, что-нибудь там, может, башню какую пройдем, может, в сети порубимся. Там, я насколько знаю, микрофон, можно общаться со своим соперником. В общем, ладно, в любом случае, всем большое спасибо за просмотр. Если МКХ и вернется, то, ну, перерывчик я себе сделаю, небольшой-большой, как получится. Вот, ну, а если не вернется, то тогда это, соответственно, последний выпуск. Все, всем большое спасибо, кто смотрел, особенно тем, кто смотрел с первого выпуска и до самого конца. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.